Ну что, мои хорошие, подъехал я к домику, нам хозяин приехал, отдал ключи, говорит, иди и сам смотри. Вот это казус. Ну, бывает и такое, друзья, человек торопится. Асфальт вон недалеко, метров 100 от силы, улица широкая, в принципе. Напротив что у нас? Пустой участок, потом домики. Сам хозяин, я так понимаю, живет чуть дальше. Здесь по левую руку мы видим дом, расстояние нормально, метров от дома до дома где-то чуть больше 10 метров. Ну а с правой стороны видно поближе, конечно. Давайте вот даже сейчас покажу вам, как это все выглядит. Видите, да? Ну где-то от силы между домами где-то 4-5 метров. Заборчик металлический. Ну скажу, кровлю поменяли, замечательно. Домик, конечно, старенький. Пес, конечно, гавкает. Открыла дверь? Че, ужас, что ли? Ли она говорит, это, может, не стоит? В смысле не стоит? Ты меня не пугай, конечно. Ну, ремонт. Да, тут сразу. Ну, давай сейчас похожу вокруг дома. Внимательно все посмотрим. Нету света, да? Нету света. Супер. А где счетчик? Счетчик. Сейчас я посмотрю. Где-то же должен быть рубильник. А ну, сейчас, ребята, глянем. Вот это да. Да я боюсь даже счетчик этот врубать. Всяко может быть. А ну посмотри, я включил. Вот, вот так мы смотрим объекты для клиентов. Опаньки. Я включил. Горит? О, замечательно, уже лучше. Смотри, потом, чтобы мы счетчик выключили. Ну что, давайте поизучаем внимательно, потому что нас люди попросили. Здесь видно, что пытались что-то пристроить. Наверное, раньше была какая-то прихожая, вот окно заложили, дверь заложили, потом вход с этой стороны, возможно, сделали. Либо, знаете, раньше была деревянная веранда, скорее всего, вот так. Фундамент, что могу сказать, цоколь высота где-то 60 сантиметров, видно, и штукатурка. Дом, скорее всего, полностью кирпичный. Может быть, саманный, но мы сейчас чуть попозже выясним. Но, скорее всего, кирпичный полностью. Отмостка, она присутствует, старая. Видно, что здесь газовая труба, с подземка, выход. Дальше, что у нас тут? Ну, нареканий насчет, я имею в виду, трещин ничего я не вижу. Тут тоже видно отмостка, но старая, конечно. Да, дом, видно, по-любому будет требовать ремонт. Однозначно, водосливной системы, кстати, нету. Люди, скорее всего, взяли, поменяли кровлю. И все, наверное, перед продажей, не исключено. Ворота тут есть, все старенькое. И асфальтированный двор. Ну, тоже в будущем, конечно, надо будет подшаманить, сделать. И смотрите, вот здесь, ну, счетчик вы видели, электрический там есть. Здесь цоколь, видите, кирпичный, и вот так он облупился. Видно, да? Вот соседний пес какой злой. Давайте с этого ракурса сейчас я вам покажу. Здесь у нас, ну, кровлю видно, люди везде поменяли, потому что вот там, и вот тут у нас металлическая тоже, профнастил присутствует. У меня ощущение, какой-то дом как бы частями строился, например, там дом, потом вот этот кусок пристроили, или вот этот, потом вот этот. Ну, не знаю, у меня такое ощущение. Может быть, я ошибаюсь. Вот это у нас выход идет от газового котла. Он навесной, я с той стороны, когда заходил, увидел. Тут у нас какой-то сарай. Давайте мы глянем тут. Самое главное, чтобы трупаков не было. Я имею в виду котов и так далее. Бывает и такое. Господи, а ну сейчас мы глянем. Две секунды. Здесь, ну, это по-любому под снос. А там у нас проход к дому, знаете? А ну давайте с той стороны все-таки зайду, потому что тут я пройти не могу, надо глянуть. Я думал, с этой стороны зайду, ага, не вариант. Давайте сейчас гляну, что у нас там. Двинемся потихонечку. Кстати, торсаду видно, что мененная. Вот от дома к столбу. И двигаемся сюда. Надо посмотреть тот угол, чтобы вы потом меня не ругали. Здесь у нас вот такой проход. Давайте как раз с этой стороны я гляну, что у нас. Да, стена, все нормально. Вот тут. Ну да, вот это справа видно пристройка.
тут тоже все нормально. Но вот это дерево, его нафиг отсюда снести, оно тут вообще ни к селу, ни к месту. Все здесь понятненько. По крайней мере, стены хорошие. Я имею в виду, ну, трещин ничего нету. Малины, конечно, понасадили тут. Пойдемте сейчас огород посмотрим потихоньку. Друзья, лайк, комментарии, подписка. Поддержите мой канал. Стараюсь все делать для вас. Здесь у нас, видно, забор сделали такой. Отделили визуально, как бы типа сада. Тут у нас, видно, соседний дом. Крыша. Ну, крышу, видно, поменяли полностью. Это орех. Здесь вот, кстати, септик. Вот это септик. Давайте мы глянем, что тут у нас будет. Люк откроется. Ух, ребята, он вообще пустой. Смотрите. Он вообще пустой. Грунтоводы далеко. И он, видно, где-то, смотрите, 2 на 2 точно. Даже будет 2,5 на 2. И вот он участок. Участок. Здесь видно черешня, черешня, абрикос. Там сейчас чуть-чуть попозже дальше посмотрю. Яблоня, орех, уличный туалет типа. Вот то. Блин, а что за дерево? Орех тоже, да. И вот смотрите, вот он участок. Ну, участок вот видно до того забора. Тут, в принципе, у нас видно какие-то вышки, то ли МТС, ну, какие-то сотовые связи. И граница вот как вот этот участок. И вот здесь вот граница. И до вот того забора. Кстати, вот то школа. Вот, вот асфальт, который я показывал, и вон она школа у нас. Все это видно. Ну, я не знаю, тут у меня ощущение, что давно люди уже не жили. Давно. Могу ошибиться, конечно. Блин, собаки и там гавкают. Конечно, жаль, что хозяин нам не показал. Жаль, что нам не объяснил. Это очень плохо. Почему? Потому что максимально информацию можно, конечно, с них исчерпать. Здесь, да, цоколь получается, вот именно вот эта часть, она именно кирпичная. Да, полностью кирпичная, та, скорее всего, бетонная. Потому что вот именно вот в этом месте и вот с того угла она рушится. Надо будет по-любому каким-то материалом его заделать. Дверь металлическая. Ну, скажу, на первое время пойдет, но в будущем ее под замену. Потому что тут она уже снизу ржавеет. Забегаем сюда. Учитывая, что вы меня сюда привезли, хотел сказать, отправили, то буду сейчас основательно стараться. Ну, что могу сказать? Тут что? Я увидел прихожая, как бы стяжка на полу, и она старая. Высота потолков тут видно где-то 2,20, не больше. Не больше. Я так понимаю, что люди хотели тут ремонт, что-то сделать. Вот что-то с проводкой пытались сделать, гипсокартоном вот видно обшивали. С этой стороны у нас что? Пластиковое окно, кстати, не маленькое. И тут видно чугунный радиатор. Давайте вот с этого я зайду, хочу посмотреть окна. Окна открываются нормально. Отопление, не знаю, рабочее, не рабочее, без понятия даже, потому что это надо включать по-любому котел. Что касается котла, что-то с ним делали. О, ребята, нет. Тут уже что-то надо будет делать по-любому. Видно, что с этим котлом давно уже что-то не делали. Ну, или подкапывало. Но в этой части, вот именно в этом надо будет что-то сделать. Ну, надеюсь, что котел в рабочем состоянии, надеюсь. Стабилизатор, газовый счетчик. Тут видно, что под плиту какую-то, возможно. Или газовую колонку, не исключено. Ну, под плиту, вот, смотрите. Ну, здесь полностью стяжка. Что такое, страшно, да? Вот у меня, смотри, тоже, Оль, думаешь, да, вот они вот эту потом пристроили, вход, да, вот что-то по-другому. Ну, короче, я так понимаю, это кухня у них. Дальше двигаемся. Ого, ванна какая. Ничего себе. А, у них еще отсюда проход? Да, по фотографиям, конечно, дом вообще другой. Да. Вот согласись, дом вообще по-другому по фотографии. Вот просто, ребята, вот просто дом другой. Вот почему? Мокрое, да. Есть? Да, вот получается все мокрое, здесь лужа. Тянет, наверное, вот отсюда откуда-то капает. Потом даже вот, подожди. Здесь у нас сухо.
Откуда шкаф? Это они даже вот подложили. Вот тут прям тянет отсюда. Не знаю, ну тут где-то что-то капает. Ну, стиралка, унитаз. Что могу сказать? Тут все под замену по-любому. Ну, ванна здоровая. Тут не будем заострять внимание. Давай покажем нашим клиентам, что у нас еще тут. Как это все выглядит. О, тут уже потолок повыше. 2,50. Это вот это, да, проход, который был в ванной. А вот этот не включается, да, светильники? Перегородка с гипсокартоном. Это, я так понимаю, что была единая комната. Да, и перегородку. Я, кстати, не удивлю, что планировка у них по документам вот это не нарисована. 100%. О, вот тут крыс или кто-то живет, смотри. Ну, отраву какую-то положили. Это не какашки, это зерно отравлено. Не, это не какашки. Это не какашки. Может быть, человек и специально нам ключи оставил, чтобы сами мы все это смотрели. Ну, гостиная, конечно, хорошая. Кстати, у них какой-то тут рубильник стоит. Это вот что-то у них обогреватель какой-то стоял. Нет, видишь, смотри, видишь? Это у них что-то обогреватель какой-то стоял. Да, стоял. Слушай, ну лампочек натыкано, это мама мия. Здесь полы. Ну, полы, кстати, хорошие. Полы. Ну, я не то, что там хочу поругать этот дом, вы поняли, к чему я говорю. Но мое дело показать. Я сейчас ничего не придумаю. Я вот то, что вижу, я и показываю. Ну, телефон есть, подключен, уже хорошо. Кстати, толщина стен, давай глянем. О, толщина стен по 30 сантиметра уже. Ну, дом, да, видно, кирпичный, это не саман. Здесь, вот, кстати, вот видишь, подкапывает, вот. Да, вот тут подкапывает, да, вот. Все, отопление. Я не буду выражаться, смотри. Оль, вот иди сюда. Вот вы когда смотрите дома, вот смотри, обрати внимание, видишь, вон. Треснуто, да. Отопление, короче... Да, я не знаю, по камере не видно, но вот, да, отопление уже точно будет под замену. Если уже один радиатор, это значит уже по-любому надо другие прям менять это по-любому. А ну тут что у нас? Глянем. Мне честно, вот я понимаю, что этот дом моим клиентам точно не пойдет, но мне просто любопытно самому. Вот мы приехали 230 километров, чтобы дом этот посмотреть. Вы представляете, если бы клиенты бы сами приехали, смотрели этот дом. Ну, естественно, они бы его вообще бы навряд ли рассматривали. Потому что я понимаю, что этот, если вот он стоит 1 550 000 в объявлениях, это сюда влупить сколько? 1700 это как минимум. Я не знаю. А это что, у них шампанское открывали? Не. Это что-то брызгнули они. Вот прям видно, что-то вот так. Не знаю. А это что за выступ? Печка у них, что ли? Ну да, вот такая штука. Не, ну это поддувало, типа, подожди, у них печка, наверное, с этой стороны. Не, короче, загадки какие-то. О, комната вот эта уже более-менее нормально. Вот, кстати, они реально хотели ремонт делать. Ну, пытались, да, вот видно, вот ремонт делать. И тут видно, что давно никто не живет. Это прям чувствуется. Это прям чувствуется. Ну, что могу сказать? Я могу сказать, что дом, ну, друзья, реально дорого. Вот продавцы, если вы слышите нас, реально вот такие дома, это очень дорого, очень дорого. Что могу сказать? Сюда реально надо будет очень много денег влупить, по-другому никак. Все, давай я счетчик пойду выключу, все это сделаю. Ну, что могу, мои хорошие? Берем, пишем ваше мнение, ставим лайки. Николаю Сомсику, его команде. И наши вот клиенты сейчас получат вот этот ролик. И они будут понимать, что этот дом нет смысла рассматривать. Всем пока-пока.